Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. КС Горан уляля, что за сайт? Ну, это я сказал, Леша кореш. Я, Леша кореш, за добро. Проедется по макаронам сейчас. Ага. А как машину подставить можем? Она на макарон наедет, а сцепление с дорогой потеряет. Тикток, стой, тикток сделали? Пошли нахуй. Пойдем, пойдем. Знаешь, что может быть? Просто макароны накрутишь. Ай, по фолликулам въебался. Стой, макароны могут накрутиться на колеса, птицы увидят, и в момент езды машины они... Будут под колеса прыгать? Да. И убиваться случайно. Ты быдло или как нам? Ну, реально, Сань. Сань, не надо. Ой, блядь. Сань, в маршрут. Ой. Вот это вам не стыдно? Это ты взял. Смотри, с перцем черным. Вау, вкусно, посыпали. Почему я вообще вашим дошираком занял? Ты его взял зачем-то? Да. Так бы я взял. Какая ты дура, сука, тупая, накачанная. Ну забери, не надо. Вот, смотри, чуть-чуть. Я тебе помогу. Подожди. Вот. Фу, так срать хочу. А это ну, голуби нихуя, покушают. Ну, нихуя не будет. Это для голубей. Голуби, это тоже хлеб. Сухали? Во-во-во. А я о чем? Хлеб детям не игрушка. Тише. Никогда пластик не оставлю.